Ну что, ты все готов, поплавал? Видел что-нибудь интересное? Да? Ну такой вот пляжик. Хороший. Сейчас я поснимаю, пройду туда, до границы, а потом поплыву там. Как загорается в тени вам? Еще? Сейчас я сплавал, посмотрел, ну здесь вот вблизи пирса, конечно, кораллы, они очень слабенькие, живых очень мало, но они есть. Но самое интересное, это то, что здесь очень много, вернее, большое многообразие рыб. Они вот здесь возле берега плавают, но там глубина, конечно, на глубине там рыбы нет, все они вдоль стены так кучкуются. Вот. Ну и так поснимал, иглобрюха хорошего видел, больших. Вот это хорошая расщелина, вот здесь вот. Но охранник следит и постоянно свистит. Как сюда заплываешь, он начинает свистеть. Там хорошая вот крупная рыба ходит. А так вообще-то рекомендуют ребята вот туда вот, на конец пляжа, на границе с соседним отелем, вот там вот получше. Коралловые рифы, хорошие цветы коралловые. Ну, рыб здесь, я скажу, много рыб. Ну, посмотрите, рыб много. Ну, вот охранник вечно мешает.
Thank you.
сейчас, секунду. Я поглухаю, ну да, мужчина пройдет, пройдите, пожалуйста. Мужчина, пройдите, вы из кадра выйдете. Не, вот отсюда смотрите. Ну, пройдите. Я снимаю видео для YouTube. Чуть-чуть сюда, еще пониже чуть-чуть. Да нет, ну я девушка, я не на вас. Так. Так, сейчас. Она красиво смотрит. Да все нормально, проходи. А я туда иду. Вот послеобеденный пляж. После 12 часов. Практически уже никого нет. Посмотрим, какой вид открывается на пляж и море с этой кафешки. Бар у пляжа. Вот отельный риф. Место для купания. Пусть там. Хорошо, иду, спасибо. Какая красота. И вот бармен, главный бармен. Вот из Янаим. Мухаммад. Ну что, в Египте Мухаммад? Мухаммад. Все Мухаммад. Мухаммад и там. Ага. Thank you. Обязательно подпишемся. Да. Сейчас уже все равно монетизации нет. Не, в любом случае приятно, конечно. Все обрубили, все перья общипали. Нормально. Люля-кебаб. Картошечка фри. Лепешка. Вот такой люля-кебаб. Сейчас заценим. Люля-кебаб. С говядиной. Хороший.
you, buddy. See you tomorrow. I'll see you tomorrow. Thanks a lot. Thank you. Everything's fine. One and two. Курочка. Зачетная. При такой пляжной закусе можно не ходить в ресторан. Очень хорошо. Проходит пиратская яхта между пляжем отеля и островом Тиран. Вот там вдалеке просматриваются контуры острова Тиран. Он принадлежит Саудовской Аравии. Но туда есть экскурсия. Называется на остров Тиран. Снорклинг возле этого острова тоже, говорят, неплохой. Заслуживает внимания.